Второй матч против СКА 19:46, счет 0-2. Какие впечатления оставила игра? Игра на самом деле была очень хорошая. Можно сказать, что до первой забитой шайбы, к сожалению, пропустили первыми и не смогли отыграться. И вторую пропустили в пустые ворота. Чего не хватило в атаке сегодня? В атаке, может, не хватило каких-то выигранных единоборств на пятаке именно, потому что отскоки были, защитникам поднимали. И немножко удачи. Впереди «Динамо Москва». Что знаешь об этом сопернике? Знаю достаточно много. Играл против многих ребят по году. Соперник очень хороший. Бывший чемпион МХЛ. Надо им дать бой.